Привет! Хочу показать вам, как сделать симпатичные сережки из подручных материалов. Нам понадобится кожа, натуральная или искусственная, краски, блестки и фурнитура для сережек, клей для кожи и ПВА. Как шаблон я взяла равносторонний треугольник высотой 2,3 см. Всего нужно 6 треугольников. Складываем их один на другой и следим, чтобы обе сережки были симметричными. Отмечаем места для нанесения клея. Мой клей называется клей для ПВХ. Его нужно нанести на обе части и оставить на 5-10 минут. После 5 минут склеить и сильно прижать. Я хотела покрасить кожу в нежно-голубой цвет, поэтому смешала белые и голубые краски, но цвет получился гораздо темнее, чем мне хотелось. Думаю, если взять более светлый тон, получится гораздо красивее. Закрашиваю верхних два треугольника и всю заднюю часть. Моей краской пришлось покрасить все два раза, для того, чтобы оно смотрелось красиво. Хорошо прокрашиваем торцы треугольника. Оставляем до полного высыхания. Делаем отверстие в верхней части сережки. Если у вас нет специального девайса, как у меня, можно просто использовать раскаленный гвоздь или иголку. Смешиваем ПВА с блестками и наносим кисточкой на нижний треугольник. Присыпаем еще блесточками и приминаем их кисточкой. Клей станет прозрачным, когда полностью высохнет. Теперь осталось прикрепить фурнитуру, и сережки готовы. Мне кажется, получилось очень мило. Надеюсь, вам понравилось.